Так, друзья, 18 сентября 2023 год. Видим, парковка на тротуаре, автомобили стоят. Вот они, приехали сотрудники ДПС. Давай назад. Товарищ водитель, вы припаркованы на тротуаре. В следующий раз не паркуйтесь на тротуаре. Там инспектор, аккуратно. Здравствуйте. Да. Прям при сотрудниках на тротуар заезжают. Надо ж так, да? Он что, не понимает, здоров? Не понимаешь, что тут тротуар. А, вот он, водитель. Да, вон, блядь, дочку с салона забирать. Приеду, я как тут стою. Да меня можете не снимать, вы не успеете меня забрать сюда. Ну, сейчас вам штраф выпишут. Так, видим пешехода с колясками. Ну, пешехода. Еще один эвакуатор. Здесь вообще 15 машин стояли. 15 машин стояли. Потом 5. Это одна, да, будет эвакуирована?
А, нет. Не понимаю. На тротуаре. На тротуаре стоял. Не, я понял, а снимайте зачем? А? А снимайте зачем? Просто. Так, на водителя выписали. Вот так вот, друзья, ездят по тротуару. На того тоже выписывают. Все, один автомобиль эвакуировали. Главное показать вам результат. Инспектора поехали. Главное вам, друзья, показать результат. Тротуар освободили, чистый. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Тут у нас лицей. Ну, сейчас посмотрим. Нет, все, давайте. Все, инспектора поехали. Освободили тротуар у лицея в городе Ростове-на-Дону. На свободе 1А. Все, друзья. Всем до скорой встречи.